Леночка, расскажите, что произошло, как вас зовут, представьтесь. Меня зовут Елена, я в церкви Посольства Божьего уже 4-й год, и за это время я не чувствовала присутствия Духа Святого, но хотелось испытать это чувство, потому что понаслышке я знала, как это прекрасно, как это красиво, как это, ну, хорошо, одним словом. Ну, и вот на этом служении, на котором присутствовала пастор Мария, я испытала это присутствие. Это было что-то божественное. Это было непередаваемо. Это было очень легко. Эта душа отделилась от тела, и никаких больше посторонних звуков, ничего. Это только общение со Святым Духом и больше ничего. Еще на протяжении нескольких часов я испытывала этот полет души, как бы сказать, да. Это было незабываемо. И это, наверное, уже на всю жизнь. У вас перед этим болела сильно голова? Да, у меня болела голова, головные боли прошли здесь же в зале, и потом уже как-то почти не возвращались, я могу так сказать. Слава. У вас атеросклероз? Да, у меня атеросклероз сосудов головного мозга, и я считаю, что я исцелилась на этом собрании. Аминь. Слава Богу. Слава. Вы работаете на огороде? Да, работаю на огороде. Целыми днями в последнее время, уж даже без отдыха, и чувствую, я чувствую прилив силы, я чувствую, что Дух коснулся меня, и это исцеление, я верю в исцеление. Аминь. Это исцеление. Да. Аминь. Спасибо. Аминь. Вам, спасибо.